Лапой? Да, ложечкой. Давай, давай, давай. А то куртку загадишь. Тоже хотели посидеть. Вон там мымра. Не хочу показать пальцем. Не разрешила нам посидеть. Да. А вот и подошли мы к следующей точке. Это замок ангелов. И мост ангелов. Группа наша разделилась. Кто-то побежал. В спортивном забеге. А мы тут идем, идем потихонечку. Вот так он выглядит. Так, где? Вижу, вон они идут, да? Вот здесь должны плясать всякие якие люди. Вот по тому мостику мы утром шли. Кто-то у нас сегодня, походу, не помылся, да, такая погода? Ну что, смурфики, банда электриков спеклась, выехали в номер, а мы продолжаем свое путешествие, движение. Да, очень сильный дождь. Это, конечно, не ливень, не ливень, но дождь. Такая площадь прикольная, и мы идем укрыться, надеюсь, нас спасут. Ой, в этой церкви даже пахнет старьем. На самом деле это пахнет свечками. Такая симпатичная. Все, мы отдохнули, идем дальше. Ох, нифига себе какой. Похож на Урал мотоцикл. Он закрыт. Выставка закрыта. То есть он знает, где? Вот этот город есть. Все, двигаемся опять на площадь Навона, чтобы посмотреть ее днем. Отлично. В общем, мы гуляли и пришли на площадь Святого Семена, да? Да. Ага. Так, здесь уже готовится к Рождеству. Вообще прикольно. Красивый городочек. А что за совещание? А меня не пригласили. Ну какая красота здесь. Вкусняется. Вот, Оля, да, есть. Дайте-ка. Тоже хочешь пожрить? Посмотреть. Посмотреть? Неизведанный Рим. А потом будет следующая серия. Площадь вон она какая. Вот так она выглядит днем. Вона какая! Навона! Ну что, вот она при свете. Как выглядит. Вообще суперский фонтан. Но сейчас мы двигаемся на другую площадь. Прошлый раз мы ее посетили, она нам очень понравилась, прикольно. Мы там были ночью. Тоже. О, наш ресторанчик вчерашний, 1952 года. Ну, короче, мы идем на следующую площадь, а там будем решать, что, может, в торговый центр вот поедем. Это была площадь. Ну, как бы она, в принципе, и есть площадь, куда мы шли. Вот засрали. А здесь был рынок, видимо, да. Сюда мы шли. И пришли. Нет. Это ваш паник? Паник? Да, мы сейчас вон туда вас отведем. Ищем, я уже слышала. Что мы ищем? Вон какой прикольный переход. Как вам такой переходец? Вот и вышли на улицу опять. Просто шли, зашли. Обалдеть. В Италии в любую церковь можно зайти бесплатно и посмотреть вот это произведение искусства. Реально. В некоторых странах, чтобы посмотреть церковь, надо бабки платить. И то они не такие красочные, яркие, красивые. Ну что, за сегодняшний день? Да. Несмотря на дождь. Ну да, несмотря на дождь. Да. А что мы девчонкам-то заказали? И пиво. И пиво давайте.
Домашняя что это? Лазанья. Лазанья. Лазанья, как она называется? Пельмешки, травиоли. У меня домашняя паста, паста вкусная. И болоньеза у девчонок. Болоньеза? Да, у меня тоже болоньеза. А Лариса у нас на диете. Да, она выпивает. Макаронна, итальяно-макаронна. Сергей сегодня решил выделиться и заказать вот такую новогоднюю какую-то... Композицию. Композицию. Как называется? Я не знаю, как это называется, но все это хотят съесть. Колония? Канолли. Это конкретно какая-то, да, какой-то десерт, который советуют попробовать. Угощайтесь, друзья, пробуйте. Ну, да, нет, если честно, я попробую. Выглядит лучше, чем на вкус. Кстати, ну вот это веселые нотки, сладенькие. Мне не очень. Мы завершаем сегодняшний день. А там еще что-то внутри есть. Да? То есть ты не одна, я не одна, вернее. Новый день, завершаем новые приключения, наши смурфы, да, такие, это в толстовочках Рома. Так, программа такая, мы движемся сейчас на площадь Венеции, на смотровую площадку, Колизей, ну и так далее, все увидите. У нас двое застряли в гостинице, семеро, одного не ждут, четверо убежали вперед, чтобы попасть в Колизей за 7,5 евро. Нет, мы были в которой вон там сзади. Ну что, по дороге движения мы нашли вот такой, не нашли, а проходим дворец Берлускони с охраной. Вот он. И пришли на площадь Венеции. А это огромный музей, дворец. Так, это у нас Капитолий. А вон там вдалеке виден Колизей. Вон там. Ну что, инста, фото для инста. И мы на площади Венеции. Так, это Палаццо Венеция. Мы были здесь. Да, блин, закрыта церковь, она такая красивая. Мы были в прошлый раз в ней. Ну ладно, что, сегодня охватишь. Все, двигаемся дальше на лестницу. Посмотрим этот памятник Марку Аврелию. Здесь должен быть где-то еще фонтан. Ливлеева там проходила. Ну, естественно, после вчерашнего похода мы сюда не пойдем. Мы пойдем вот здесь по более пологому спуску. Вот Капитолийский холм. О, идем. Итак, минутка позора, и мы наверху на самой площади Капитолийской. Это мэрия и памятник Марку Аврелию. А вот откуда бородатая мода, еще с тех времен. Вот тут церковь, все закрыто почему-то. Сегодня вторник вроде бы. Вот он, сосущие мальчики. Оля, как они, Ромул и Римул, или кто они? А, Рим и Ромул, основатели Рима. Вот они. Немножко. Вот такой вот видосик здесь. А внизу находится Римский форум. Так, мы двигаемся сейчас, с правой стороны пройдем и выйдем на смотровую площадку и посмотрим на Римский форум сверху, так сказать, с птичьего полета, потому что не хочется, мы в том году там лазили, ой, в том году,
В 2012 году мы там лазили, ну, посмотрели так, походить. Но сверху вид потрясающий. Итак, мы почти на месте. Ну вот, мы на месте. Вот так выглядит Римский форум сверху. Ну, может, и нет смысла туда идти, хотя говорят, что мы уже, правда, не помним, кто купил билет в Колизей. Может, бесплатно его посетить, полазить здесь, дотронуться, как говорится, до старья. Решили сейчас сократить, да, путь до... До чего? До Колизея, да, давайте. Так, стрелочку, это Лариса. Партизаны, разведчики сказали, что проход есть. И здесь можно купить еще без очереди билеты в Колизей. Убьем, так сказать, двух зайцев. Давайте еще. Красиво. Да, я понял. Вот в этой церкви мы в прошлый раз были, там типа музея, прикольная эта штука. А, или вон та нижняя. Ай, в смысле Колизей? Сначала в Колизей надо. Они нам говорят, что Колизей валится, да. До 10:30 нам туда надо. Угу. Да, а что, мы отсюда не пройдем? Опять обманули. Везде обманывают нас. Мы думали пройти по Римскому форуму в Колизей. Уже с утра что-то неспокойно у них. В общем, сценарий следующий. Мы хотели всех обхитрить, как наши россияне, пройти через Римский форум. Нам сказали, вы опаздываете. В общем, сейчас, оказывается, купить билет в Колизей можно только по времени заходишь. Ну, видимо, чтобы поток туристов был меньше. Вот, в 10:30 у нас сейчас вход в Колизей. Немножко видов Римского форума. Пока мы движемся к нашему Колизею, небольшой лайфхак. Вчера мы были в Ватикане, значит, покупаешь билет, проходишь Ватикан, музей, все осмотрели. Мы не знали такую тему, что, оказывается, ну, когда мы вышли из Ватикана, шли вдоль стены в церковь Петра, вот, стояли опять в очереди 40 минут, чтобы пройти службу безопасности и попасть вовнутрь. Наши ребята, кто были с гидом, она их провела из Ватиканского музея прям в церковь по какому-то подземному переходу. И они не тратили это время. Так что имейте в виду, что там, кто Ватикан посещает, можно, оказывается, пройти по катакомбам туда вовнутрь, преодолев все, значит, в очереди. Такая вот фигня. Вот так выглядит Колизей. Нам надо попасть туда до 10:30. Где вход? А, вон. Так, что у нас? Что по времени? Быстрее, Ража. Вот это вот вся часть, которая вот оттуда обвалилась. Плохо. Что с билетами? Окей. Пошли. С третьего раза нас пустили. Итак, исторический момент. Ну, не для нас. Для нашей дочери он бежит. Для наших друзей. Никто здесь не был. Давай поднимемся, сейчас будем рассматривать все. Я горбом задел. Все отвечали, блин. Да, блин, я знал, что я там не пролезу. Так надо было сразу... Короче, надо пройти еще рамочки. Блин, чуть не сломал там рамку. Ну ладно, все, давай, погнали. Просто, ну. О, смотри, какая фигня сидит. Ее раньше не было, по-моему, да? Я чуть не помню. Что он тут делает вообще? Мы такие умники, короче, с билетами стали в очередь за билетами. Вовремя очухались, идем мимо. Там 6, 8, 9, куда-то конкретно.
Нет, нет, это у кого билетов нет. Наверное. Мы ускоряемся, да. Наконец мы сейчас пройдем. Папа меня позвал, я же не специально это сделала. Ну, маши аккуратнее просто. Я всегда у тебя. Да. Да что ты? Кто виноват? Не надо под моим руками. Туристический агент всегда. Ну, рассказывай, где ты, что ты? Я в Риме, это раз. Два, я сейчас в Козелее, да. В Козелее? Так. Внутри Козелея, да. Сейчас будем сходить и смотреть. Это наши планы в Козелее. Да. Вот так он выглядит изнутри. Ну, туда можно. Но мы еще наверх пойдем же. Это смотровая площадка, а это внутренности. И все это происходит в Колизее. Так, вроде гуляешь по Колизею, как по улице по какой-то. Широкие, смотрите, какие, да, проходы. Вы думаете, это все? Нет. Вот еще есть такой же подъемчик. Небольшой музейчик. Твою мать. Вот да это женщина. Да нет, это поставка. А вчера? Она где-то стояла. Я отвалилась. Вот это все, что здесь нашли. То есть здесь такая экскурсия небольшая по музею еще. Все старье мое. Конечно, все круто, прикольно. Когда через несколько лет смотришь видео, понимаешь, что ты ничего не понимаешь, не видел. Ты не помнишь. Это маленькая какая-то гробница. О, украшение. Нецкий, а это интересно. Это вообще золото? Прикольно. О, доспехи. Похоже, что да. Это плуг, наверное. То есть вы по секрету расскажите, взяли из Колизея камушек? Ну да. Ну, точнее, вот наши. Привет. Отличный вид на Колизей. Ну а что, это внешняя сторона Колизея. Вот здесь вход, белый шатер, арочка и римский форум. Ну такой вид, так себе. Так себе вид. Ну что, идем обратно, да, потому что здесь тупик. Так вот, смотрите, вот все вон белые ступеньки, вот эти вот. Это не ступеньки, это сиденья. Они шли вот так по кругу. Их сейчас нет. Получается,
ну, как бы, чтобы иметь представление. Вот эти холмики, там тоже были ступени, не ступени, а сиденья. Так по кругу они тоже шли. Как бы все это как бы шло доверху. Соответственно, внизу сидели самые богатые сословия. Там, я не знаю, мэры и так далее. И чем выше, тем беднее народ был. Ну, зрелище было, наверное, потрясающее. Эти внутренние стены, а это, получается, фасад такой. Наружный. Вот то местечко самое, где надо фотографироваться. А мы сейчас пойдем вот по этой улочке. Там есть церковь, где под землей какая-то водичка и так далее. Это церковь, где есть подводная река. Они, наверное, туда пошли. Здесь такой дворик аккуратненький. Не знаю, что-то наши друзья здесь. А. Итак, мы идем вниз посмотреть под подземную реку. Вот такие нам дали гида на русском языке, держи. И билетик, значит. Ребенок бесплатно, опять. Как обычно. А взрослый 10 евро. Ну что, мы спускаемся. Ни фотографировать, ни видео, ничего нельзя. Но мы-то что? Да, пахнет сыростью. Коридор какой-то. О, сюда кидают монетки. Слышим. Итак, мы оттуда движемся в подвал. Что? Ну да. О, вот оно подземелье. Тихо-тихо. Пока нас не запалили. Всякие какие-то штучки. Школа. Под землей. Мечтал. Прикол, там на стене вообще не восстановленные рисунки. Мы прочитали, что это была школа. Отличная школа в подвале. Почему нельзя? Хорошо, мы сейчас посмотрим еще раз. Пошлите, ладно, дальше. Так, мы думали, что это выход. О, как узко. Блин, а мы спускаемся еще ниже. Ой. Я уже слышу что-то. Угу. Комнаты, комнаты, комнаты. Комнаты при комнате очень много. И здесь шумит вода. Пошли, дочь. Иди вперед. Ты яркая, светишься. О, вот здесь отчетливо слышно. То есть тут реал есть, река. Ну-ка. Ну это не река, так скажем. Вот здесь мы и слышали, вот здесь. Почему люди везде кидают деньги? Непонятно. Дети, как сыры, страшно здесь. Ну вообще ничего приятного. Еще помойки вызовут, сыры.
все, выходим. Все, бежим отсюда. Серьезно? В Колизей отсюда? Ничего там себе. Нужно еще. Зачем мы платили тогда в Колизей? Там река, когда? Лодочки, Оля, хватит сочинять, твоя а? История. Твоя история? О, выход. На самом деле, можно заблудиться. Ты умеешь читать, умеешь? Нет. И я не умею. Вот какая штука. А как вам такая вот? Вот такие оригинальные надписи, росписи, картины, иконы. Это, конечно, прикольно. Притронуться к истории. Ну все, уходим отсюда. Колизей. Ну что, экономисты, расскажите, сколько сэкономили на сегодня? Мы по 5 зашли. По евро. 1000 евро? По 5 евро зашли. Да, конечно. По 5, по 5.